Здорово, народ, подписчики, грузина, просто зритель, случайный. Привет, сейчас будет реакция на трек Джимба и Твес. Твес, да, наверное, потому что, ну, на трек Нина. Вы оставляли это мне в комментариях, чтобы я чекнул. Я, если честно, ну, слышал про этих чуваков, ну, про Джимба, по-моему. Это же русские, да, тоже из Dead Dynasty, да, да. Я, если честно, не очень слежу, точнее, вообще не слежу за Dead Dynasty, как у них там все продвигается. Ну, так как я знаю, их много слушают, как бы, но я не слушаю просто, не знаю. Чекнем, погнали, чё. Погнали, погнали, чё, не будем тянуть. Я знаю, что у них продакшены всегда хорошие, у них биты хорошие. Вот о чем я говорил. Бля, круто звучит. Навалю немножечко даже. Чисто в стиле Суиса. Это Джимба, да, я так понял? Но есть конкретные персонажи из Dead Dynasty, которые круто делают. Просто я не понимаю, почему они стоят в этом клане, так скажем. Они же сами могут круто делать. Охеренно звучит, просто бодро. Даже еще новолюдный. Вот если бы все так делали из этой династии, блядь, было бы, мне кажется, гораздо круче. У них бы еще больше просмотров и подписчиков было. И вообще, просто у них 80% аудитории это школьники, блядь, и школьницы, которые просто тупо даже не шарят и, блядь, не знаю. Сука, бит просто бомба, надо. Как он? Охуенно. Охеренно, пацаны, реально. Удивили, красавцы. Вот это я понимаю. Нет, это круто, реально. Просто я говорю, мне не нравятся конкретные персонажи из Dead Dynasty. Просто вот, я не знаю, не нравится и все. Можете хейтить меня, говорить, что типа, да ты дурак там, блядь. Короче, мне не нравится. Но вот этот конкретно трек, я просто абстрагировался от того, что это представители Dead Dynasty. Я их не знаю. Но мне понравилось. Мне понравилось звучание само. Мне понравилось, как чуваки застелили. Мне понравилось. Я поставлю восьмерку. Поставлю восьмерку. Потому что это реально... Блять, я вам еще раз говорю, что у них постоянно вот... Музыкальная составляющая у них всегда на уровне. Насчет исполнения это всегда под вопросом. В зависимости от того, кто исполняет. Но вот здесь конкретно парни хорошо не испортили бит. Такой бит просто, блядь, грех испортить, понимаете? И, ну и музыкальное сопровождение такое. Ну, бит чисто в стиле Suicide Boys. Мы уже все привыкли к таким битам. И, блядь, чуваки реально не испортили, просто добавили жару еще своим голосом. Мне понравилась реально восьмерка. Ну, клип снят такой, да. В такой манере, вот как обычно снимаются подобные клипы, вот под такое... Ну, вот знаете, уже как-то у людей воображение чисто под такой инструментал уже сложилось, и вот они как раз так и сняли. В масках там, на камерах якобы их там снимают где-то. Ну, круто реально, восьмерка, мне понравилось.
Я, кстати, знал, что вот этот Джимбо делает круто, а вот второго чувака я не знал. Ну, он тоже круто вошел, зашел. Реально, спасибо за то, что порекомендовали этот клип, ребят. Мне понравилось, правда. Восьмерочка от грузина, и... Если будет подобные вещи еще будут, по-любому кидайте мне, я чекну. Вот, вот такое, вот за такое не стыдно реально. Ну, реально, потому что звучит годно. А другое, пожалуйста, не надо кидать. Так что такая реакция, ребят. Спасибо за просмотр. Мне реально понравилось. Восьмерочка. И до новых встреч. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчики. До свидания.